Палитра теней для бровей двух видов. Слева палитра BP01, справа палитра BP02. Эти палитры теней используются для макияжа бровей в разных его вариантах. Палитра BP01 – это 4 оттенка теней и воск для укладки и коррекции линий брови. BP02 – это 5 оттенков теней. Все оттенки отлично смешиваются между собой, таким образом вы можете получить любой результат. Большой плюс текстуры этих теней в том, что при помощи них можно получить всевозможные варианты оформления брови. От мягкой натуральной до четкой графичной. В каждой из палитр есть небольшая кисть со скошенным краем, которой можно делать полноценный макияж бровей. Двойные тени для макияжа бровей. Оттенки в каждой паре скомбинированы, исходя из потребностей визажистов и любителей макияжа. Тени можно смешивать между собой, а можно использовать каждый из оттенков самостоятельно. Достаточно стойкая текстура теней, и это большой плюс, поскольку надежность макияжа – это действительно важный момент. Удобный формат. Прозрачная крышка позволяет сразу видеть оттенки, а небольшой вес и компактность коробки говорят о том, что эти тени вполне можно положить в косметичку и взять с собой. Для нанесения теней используется небольшая кисть, как правило, со скошенным краем. Варианты оформления также различны. От едва уловимого естественного окрашивания до максимально возможной относительно каждого оттенка четкости. Ультратонкий невесомый карандаш с изящной щеточкой на конце. Этот карандаш – очень популярный продукт среди любителей и профессионалов макияжа. Он не требует затачивания, а это очень экономично в использовании. Просто выкрутите оптимальный для вас размер стержня и делайте макияж бровей. Стержень полностью закручивается обратно в пластиковое основание карандаша. Щеточка нужна для причесывания и укладки волосков бровей. Его более плотная текстура расходуется значительно медленнее, чем текстура привычного карандаша. Стойкая формула гарантирует надежный в течение дня макияж бровей. Классика в макияже бровей – универсальный карандаш. Он прост в использовании и любим многими. Новая восковая формула в составе карандаша дает возможность прокрашивать не только волоски бровей, но и, если надо, полноценно рисовать по коже. Карандаш затачивается привычным способом, косметической точилкой. Варианты использования как в самостоятельном виде, так и в комбинации с подводкой для бровей, пудрой для бровей и тенями для бровей. Это первая версия восковых косметических карандашей для бровей. Светлый серо-коричневый, и графит. Они также универсальны и также могут использоваться как в самостоятельном виде, так и с другими средствами для бровей. Еще раз. Светлый серо-коричневый оттенок, серо-коричневый, графит. Кремовая подводка для бровей – это уникальный продукт, который очень интересен и многообразен. Нужно отдать должное удивительной стойкости этой подводки, поскольку она полностью решает проблему случайного размазывания бровей.
Варианты макияжа бровей совершенно разные. От натурального, от легкого подкрашивания до очень мощного, темного, графичного. Кремовая подводка – это идеальный продукт, если есть необходимость закрасить ненужный цвет перманента бровей. Оттенки также легко смешиваются, и вы можете получить идеальный для вас вариант цвета. Пудра для бровей, которая дает натуральный эффект. Пудра имеет очень высокую стойкость, макияж бровей не размазывается и не растекается, но при этом легко смывается в процессе демакияжа. Сводчи пудры, а также любых других продуктов косметики Makeup Secret вы можете найти на сайте www.makeupsecret.ru. Прозрачный гель для моделирования формы бровей имеет густую гелеобразную текстуру. Гель позволяет моделировать форму бровей и надежно фиксировать идеальное расположение волосков. С помощью жесткого ворса щеточки и очень надежной фиксации самые непослушные брови приобретут гладкость и ухоженный вид. Воск для макияжа – это незаменимый помощник для создания четких линий. Он помогает скорректировать контур бровей, губ и сделать стрелки идеально ровными, а также предотвращает растекание помады. Макияж губ с воском Makeup Secret станет гораздо более надежным. Особо рекомендуется для макияжа на возрастной коже. Наносите лучше всего маленькой скошенной плоской кистью.